Ароматный кофе в уютной атмосфере, ноутбук, тихий шелест, словно шепот страниц, рассказы о чьих-то судьбах тысячи разных лиц. Чем не идеальное утро? Знакомьтесь, Эльнара Умирова, бухгалтер телеканала «Милет». С детства имеет математические способности и прекрасную память. Люблю посещать атмосферные, уютные места, настроиться на продуктивный день, записать свои планы, почитать новости, открыв ноутбук. Где-то хочется и дочитать книгу, на которую, к сожалению, не всегда достаточно времени. Поэтому утром для меня важно, конечно, настраиваться на хороший день. К любому делу относится ответственно. Бросить недоделанные документы или отлучиться с работы в разгар отчетного периода не в ее правилах. Профессионалы это качество называют «бухгалтерская совесть». Путь на телеканал «Милет» у тогда еще студентки 4-го курса Эльнары начался 3,5 года назад. Здесь меня подкупил молодой коллектив, творческие личности, развитие, что здесь можно развиваться, идти вперед, дальше. Ну, собственно, это и подкупает молодого специалиста. 5 дней в неделю. Работа с документами, испещренными цифрами. Начислить сотрудникам выплаты 2 раза в месяц, не сделав ни одной ошибки. Она знает в лицо каждую цифру. В ее глазах документы, как люди. Каждая ведомость индивидуальна, со своим характером. А работа любимая, оттого и не бывает проблем. Селям, Эльнара, можешь мне распечатать расчетный лист? Алейкум селям, да, конечно, сейчас сделаем. Цифры и баланс, они уже в голове. Монотонная работа превратилась творческое занятие. Внимательная, усидчивая и ответственная, Эльнара Умирова может взять под контроль любые подсчеты и не допустить при этом ошибок. Умеет прогнозировать будущее и видеть, как сегодняшние поступки скажутся на финансовом положении. Телеканал «Милет» действительно стал для меня семьей. Приятно приходить в атмосферу дружелюбия, добра, приветливости. Это действительно вдохновляет и желание появляется работать, делать еще больше для телеканала и для народа в том числе. В работе бухгалтера важна любая мелочь. Как говорится, сумма должна сойтись копейка в копейку. Отдых помогает. Я увлекаюсь психологией, мне это очень интересно. Я пытаюсь читать дополнительную литературу, выискивать информацию в интернете. Сеансы бывают у друзей? Сеансов своих нет, потому что у меня как минимум нет профильного образования, но я надеюсь, что это будет все впереди. А пока так называемыми подопытными кроликами выступают мои близкие, мои друзья. Современная жизнь требует от бухгалтера гибкости. Эльнара постоянно совершенствуется, учится. Ведь законодательство меняется, появляются новые инструменты, программы, технологии. В общем, скучать точно не приходится. Бухгалтерия – часть системы под названием «Милет». Каждый сотрудник занят своим делом. Вместе мы – единый механизм, работающий четко и слаженно. Каждый день мы стараемся делать вашу жизнь радостнее и ярче, интереснее. Мы работаем ради вас. Милет и чё?